Ранним утром 29 марта в пятницу из Вонской части Тверской области сбежал вооруженный солдат. Через несколько часов в тот же день его нашли мертвым. В Твери по факту гибели дезертира возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации. В пресс-службе Главного управления МВД по Тверской области сообщили, что солдат Денис Белоусов 1991 года рождения проходил службу по контракту. Побег совершил около 4 часов утра из 6-й бригады воздушно-космических сил в Оржеве. У него с собой был автомат Калашникова, каска, бронежилет, более сотни патронов и штык-нож. Личный состав части был поднят по тревоге. Велся розыск беглеца. Военным оказывали содействие работники полиции. Правоохранительные органы совместно с Министерством обороны Российской Федерации принимают необходимые меры для задержания военнослужащего контрактной службы, покинувшего воинскую часть, расположенную недалеко от города Ржева Тверской области. В 9 часов утра Дениса Белоусова нашли мертвым. Предположительно, он покончил с собой, сообщает телеграм-канал 112. Ситуацию в течение всего времени поисков на личном контроле держал губернатор Тверской области Игорь Руденя. В своих поручениях региональным ведомствам глава региона сделал особый акцент на обеспечении безопасности жителей муниципалитета. По оперативным данным, никто из личного состава части и жителей не пострадал. Другие подробности громкого дела смотрите в программе Ирины Чекуновой «Патрульная служба».